Я совершил большую ошибку. Приехал в Хиву на майские праздники. На майские праздники в Хиву понаехали урусы. Все гостиницы заняты. Никуда невозможно устроиться. Там, где было единственное свободное время, место, мы просто не смогли договориться. $30 платить за 5 дней в сутки, это как-то маленько многовато, когда у меня свой дом на колесах. Но, верно своему принципу, я легко нашел жилье в частном секторе. Всего лишь, ну, где-то за 170, максимум 200 рублей. Правда, здесь все вот так вот традиционно. Стол на полу, зато вот лепешки только что из печки, специально испеченные. Но комнату я выбрал все-таки с кроватью. Ну, это утренний горшочек с волшебной кашкой. Вот. В термосе чай. Купленный зеленый чай в деревне на границе с пустыней. Вот как-то так. Сейчас выпью пиво узбекского, поем салатик с кашкой и побегу опять в крепость. Ты что-то умотался уже сегодня. Всем пока-пока.